Команда в черной экипировке представляет мотовильхинские заводы. Основал его экс-директор по персоналу Нефтекамского автозавода Павел Панков, который сейчас работает в городе Пермь. Для заводских хоккеистов это первый сезон и вторая игра. Предыдущую обе команды провели в Перми в декабре прошлого года. На мотовильхе достаточно много игроков, которые раньше, можно сказать, профессионально занимались. Ну, город Пермь достаточно хоккейный, мотовильские районы, там находится и стадион прямо в этом районе. Все ребята практически оттуда. Ну, приоритета не было, и руководители, и рабочие. Например, сегодня вот 5 голов забил слесарь заготовительного цеха. Матч-реванш для обеих команд оказался довольно насыщенным на голевые приемы. Команды по очереди только и успевали увеличивать счет на табло. Наибольшее количество очков для своей команды и те, и другие принесли в третьем периоде по 4 шайбы. Однако за счет того, что по итогам первых двух игровых отрезков в лидерах была команда «Нефаза», местные спортсмены обошли «Мотовилиху» на 2 очка. По игровым моментам команда «Мотовильха» нормально сыгранная команда. Я бы даже не сказал, что они новички. Как бы, даже если первый сезон они играют, но уже на уровне. У нас тоже команда не очень плохая. Ну, иногда в некоторых моментах не хватает сыгранности более-менее. Но это видно было чуть по игре. Иногда не вовремя пасы даем, там, не вовремя открываемся. Мы будем работать над этим делом. Еще раз спасибо. По окончании турнира генеральный директор «Нефаза» поблагодарил спортсменов-заводчан за интересную игру и вручил победные кубки капитанам команд. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».